Приветствую вас на канале Best ICO. Сегодня мы рассматриваем проект OTP Pay. А конкретно сегодня поговорим о функциях обмена платформ. Функционал платформы OTP Pay объединяет для пользователей широчайшие возможности обмена фиатных и цифровых денег. Несомненным преимуществом становится возможность проведения операции обмена с помощью мобильных гаджетов, учитывая их поддержку. На сайте компании как раз размещен видеоролик, пример, который... Hey guys, it's a good day for OTP Pay. You know what? Typing my MPIN. And here's my Bitcoin balance. It's Bitcoin balance and make the payment with scan and pay option. The payment is being processing. Yes, the payment is successful and the payment will get settled to the merchant in fiat currency and we can check the transactions as well. Bitcoin, Ethereum, либо фиатные деньги, либо токены OTP Pay и расплачивайтесь удобным вам способом. Соответственно, платформа очень перспективная. Проект очень перспективный. При детальном изучении сайта, детальном изучении команды, да, команда здесь, конечно же, собраны все профессионалы в каждой своей области, которые вкупе образуют очень серьезную команду, которая будет проект двигать вперед. Соответственно, все технические моменты описано в белой бумаге проекта. Суть проекта ясна, да, это просто обмен, простой обмен цифровых денег, которые все больше и больше сейчас заполняют нишу наших карманов, скажем так, да. И, соответственно, таких сервисов крайне не хватает. И все, кто будет первые на этом поезде, будут иметь самые хорошие дивиденды. Соответственно, OTP Pay один из первых, и мы тоже можем стать одним из первых владельцем бизнеса путем покупки токенов. Соответственно, стать, так сказать, держателем акций высоколиквидных. Процесс покупки токенов очень прост. На главной официальной странице сайта нажимаем кнопку покупки токенов, выбираем, копируем адрес, куда переводить средства после регистрации, конечно же, имя, e-mail, пароль, все рекомендую вводить только настоящие, никаких e-mail не действующих, все должно быть только действующих, пароль сохраняем, пароль должен быть сложный. Ну, о безопасности, как бы, надеюсь, вы позаботиться сможете сами. Итак, рекомендую ознакомиться. Еще есть несколько дней для получения бонуса в размере 50% от суммы инвестиций. Думаем, принимаем решение. Желаю вам в этом удачи.